Ребят, всем привет! Вырвались мы с Костей на рыбалку, погода все так же не радует. Ветра, смотрите, ни листвы, ни травы, ничего еще нет. Готовимся преодолеть этот ручей опять. Кто-то говорит, что это лужа, но это вот ручей от речки, вот она река идет и ручей. И таких ручьев 6 штук. Вот мы решили попробовать, после месячника кончился, перебраться. Тут вот вообще по поискам глубина, а здесь помельче. Я вот сейчас здесь поеду, я 100% не проеду, но лебедкой подстрахуемся. Там, видишь, колеи глубокие есть. Колея вот она. Ну давай, попробуем. Даже нет колеи, вот. Видишь, на Вот так вот, ребят, машина едет без меня. В следующий раз попробую еще сюда поближе взять. К кустам. Боялся просто лодку продрать. В бугор уперлась. Сейчас я ее перецеплю. Ослабь лебедку, Кость. Я зацеплю ее за крючок нормально. Сейчас троса будет хватать. Маленечко воды набежало. Но нива подготовленная. Там ковриков нет, ничего нет. Все прокрашено. Специальной антикоррозийкой по дну. Все эти пороги. Все выкрашено. Чтобы не ржавело. Это вот она на подсосе сейчас стоит. Ну все. Дальше должно быть сухо. Вот он ручей идет, смотрите. Вот самое мелкое место. И вот он тянется. И пошел. Тут вообще уже по грудь, наверное. И в болото, в озеро уходит. А вон опять кто-то едет. На чем? На велосипеде. Сейчас спросим, Кость, клюет или нет. Добрались до места. Смотрите, какая погода. Днем пока делали дела на даче, хорошо было. Приехали на рыбалку. Ветрище раздулся. Спасибо большое магазину «Камуфляж.ру». Ребят, вот костюм выручает меня. Все вот это лето. И весну, если можно назвать летом. Вот хожу в нем уже полтора месяца. Не продувает, вообще классно. Сейчас ветер раздулся. Сейчас капюшон одену. И все. Застегнусь. Не продувает. Очень тепло. Костюм, ребят, горка на флисе. Ридстоп. Сильно я там не разбираюсь, но очень теплый, не продувается. Пошит очень хорошо. Садится на любую форму тела вообще, смотрите. Вот такой, я не ожидал, что у нас могут делать такие костюмы. Резиночки утянутые, карманов, гора, ткань не рвется, очень крепкая. Девочка, под цвет, тоже ссылочка, комбат Ридстоп. И сейчас у нас гнус начнется тут, мухота, вот тоже под цвет я заказал, смотрите, с москитной сеткой. Все три предмета.
я вам ссылочки сброшу. Также есть всевозможные нашивки. Комбат, можно панам. Свои заказать, всякие разные. Так что, ребят, все под цвет. Можете прям заказать, то есть точно не убирать тему. Поехали. Переплыли на противоположную сторону. Вот ручей. В озеро идет. И вот еще один. Были у меня видео с этих ручьев. Вот там тоже. Здесь я на спине приплавил куней и на удочку тоже. Но пока пробуем, пока тишина. Ветерок вроде стихает. Забыли, знаете, что мы ребят пролог. Подъемник нас спасает в очередной раз. Подъемник, я прям на пруте надел мясо. Сегодня целый день на даче провкалывали. Некогда было покушать. И вот на подъемнике, на прутьях, на стальных. Это на стальная проволока рифленая. Одел прям на нее 4 прута, получилось 4 шомпура. Сетку лишь бы не сжечь. Пожарим на подъемнике мясо. Попробуем на ту сторону переплыть, где машина стоит, в кустах покидать. Ну потому что тут ничего нет. Редко-редко карасик попадается. Я кастинговую сеть накидал. Мусором забивает снизу. Над ней лежит вот такая корневая система в виде шариков вот этих. Забивает всю сеть. Поймал кое-как 2 карася. Один такой хороший прям, крупный. Один поменьше. Вот и вся рыбалка. Скорее всего, рыбы не будет. Все, рыба прошла. Постоим. Нажарим, то в любом случае поймаем. Выплыл костян, собрались перекусить маленько. Ветер прекращается, но начинается дождик. Вообще не везет с погодой. Это что же? Мясо потихоньку доедаем. Уже почти кончается. Отличный у нас шампура от подъемника. Кстати, мы подъемники используем только для этого. Да, только жарить мясо. Ни в коем случае не для рыбалки. Сейчас чаек допиваем и будем еще пробовать. Попробуем другое место. Переплыть в кустах, покидать. Ну, тут на голом берегу. Спиннинги. Очень плохо. Пока никак. Ладно, пробуем. Какой подъемник кидай, если рыбы нет, то ее нет. Сейчас еще раз 10 брошу и будем переплывать туда, в кусты, на ту сторону. Есть под берегом. Случайно вылетел с подъемника мне в руку. Вот такой вот окунь. Не смог, не успел пройтись. Поскорее отпустим. Все, давайте последние 2 раза вытащим. Будем в другом месте пробовать. Пробуем в другом месте. Переехали на другое место. Ух ты! Это вот
Скажи, беда происходит, когда люди приваривают гаечки на пруток. Я здесь, в этом месте, прутья загинаю всегда. У меня не получается такой ерунды. И не случается. Нет у нас сейчас с собой изоленты замотать. Вот сейчас он и будет так выпадывать. Была изолента, отпала. Вот если загинать прутья, такого происходить не будет. Да мне кажется, здесь рыбы не будет. Все, можно ждать лета теперь и переходить на фидер. Один чай зеленый. Ты смотри, вообще ничего нет. Вот так вот идет наша река. Вот она река. Кусты пошли, пошли, пошли. На 90 градусов. Поворачивают. И вот они уже, получается, мы на острове. Вот она река сзади нас. Как полуостров у нас. На полуострове стоим. Идет извилистая. Сетка какая-то лежит. Сгорела трава. Оголился мусор. Вот, смотрите, колокольчик, пожалуйста. Чего только нет. Сетка какая-то. Что-то тут кто-то ловил. Колокольчик не успел сгореть. В деревне ловится намного лучше. Вот можно выйти за огород сейчас и наловить. А мы приехали непонятно куда. Хотели поймать рыбу. А ее здесь вообще нет. Сейчас давайте еще раза 3-4 вытащим. Ну, может быть, даже раз 5. Есть. О, какой матерый карась. Слушай, ну на жаре его мы с тобой в любом случае поди поймаем. Крупный. Желтый. Вообще сегодня была разведка, какая рыба есть в речке. Хотелось половить сазана, но, как видите, даже карася нет, не то что сазана. Холодно, рыба стоит, сазана не нашли. Изредка карасик полавливается. Очень плохо, очень. Не стоит она того. Редко, но крупный. Под берегом, как раньше, что-то вообще не хочет. Хорошо, что есть длинный. На глубине есть. И такое чувство, вот он вверху. Тоже, смотри, вот в деревне он такой какой-то серебристый, а этот желтый. Желта. Сейчас еще, слушай, штучки 3, и все, нам хватит. Разведка удалась, сазана нет, езя нет, один карась.
Палка у меня березовая. Обычная молодая береза. Многие спрашивают, что за палка. Березовая покрепче, осиновая полегче, но она послабее. Дождик вот мелкий идет. Да, в холостую неинтересно таскать. Поехали. Сейчас последние три раза. Последние три раза забросим. Не вкусились, стоп. Сейчас покажу вам. Ух ты, блин, опять. Надо замотать изолентой. Не хочет больше ловиться. Нету. Все. Давай складывать лодку. Вот такие вот сегодня, ребят. Карасики попались. Все темного цвета. Серебристых нет. Не знаю почему. В деревне ловится серебристый. Вот еще видите, кровяной есть. Погода очень плохая. Он прям красный. Карась весь чистый. Вот этот карась весь без клеща. На Чулыме карась попадается с клещом. Прям видно на плавниках и на рыбе. Это чистая вообще рыба. Он не опасный абсолютно. Проваривайте, прожаривайте, кушайте. В общем, вот такая вот сегодня получилась рыбалка. Немного, но и не пусто. Ладно, будем собираться домой. Встретимся еще с вами на ручьях. Я не съехал, кстати, колея не стащила меня, поэтому легко проехали. Смотрите, ребят, про резину. Резина у меня родная, неоская стоит. Шипованная резина. Инженеры ее разработали специально для этого автомобиля. Она довольно-таки летом неплохая. Зимой она, конечно, никудышная, а для лета эта резина очень хорошо. Конечно, не широкая там, но это не автострада, как многие думают. Обычная вездеходовская у меня родная стоит резина. Ладно, едем еще один ручей. Остался самый глубокий проехать. Так, вот сейчас товарищ нам. Ну все, в сибирской стране заездил. До транспорта. Пошел! Ну на двух Нивах там можно ездить? Можно, в принципе. Слушай, ну я туда легче проехал. В колею, я видел, как в колею попал? Да, видел. Это вообще жуть, я сюда больше не поеду. Конечно, легче, я чуть пупси не сорвал лебедкой. Он-то я так сюда легче. Больше не поеду. Хватит. И никакая резина тут, по-моему, не поможет. Только на тракторе. Чем? Ну что, ребят, помог нам сибирский кочевник. На Ниве есть у него канал свой. Потом в будущем зайдите, посмотрите ссылочку на канал кину. Правда, роликов у него там еще нет. Но он обещает повыставлять. Спасибо ему большое за то, что нас выдернул вовремя. Пока полная машина не набралась. Ссылочка на костюм и на кепку с панамой сброшу под видео в описании. Рекомендую всем костюм вот такой. Ребята шьют хорошую продукцию.
Ладно, давайте, всем счастливо, всем пока. Вот такая была сегодня рыбалка. А вот он и кочевник. Попали мы возле дома уже, возле самого. Вон уже дома. Видно. Поехали другой дорогой. И захреначился я опять в болото прям. О, вода кругом стоит. С разгона, конечно, можно низинку. Ехал тихо очень. Сейчас нивой выдергиваем. Такие вот приключения сегодня, да, у рыбаков.